Но Светлакова не хотел отдавать, вернее, посмотрел так правым глазом, скорее всего. Но и все равно же передача не прошла бы далековато. Светлаков был, а вот этой ошибки. Бакош! Бакош! Гол! Это первая победа «Спартака» над ЦСКА в этом чемпионате. Поймали! Забили! Победили! Какая игрушка-то сегодня в исполнении двух московских команд! Огненный овертайм! И ЦСКА мог его выиграть. Это правильно. И вторая победа в овертайме. И вторая подряд победа в овертайме, мы сказали. Но «Спартак» очень сильно прибавил именно во второй половине встречи и в третьем периоде.